Здравствуйте, ребята. Только начал игру, а на нас сразу нападение начали. Муравьи мстители на подходе. Видимо, мстят за украденных личинок. Дуэль. Кто кого? Дуэль, дуэль, дуэль. Вот и все. Молодец, божья коровка. Теперь надо это все чинить. Да, из хрупких материалов, конечно, это все построено. Домик полностью целый. Hydration is the key to performance. Thank you.
Вроде все починили. А нет, здесь еще. Да еще, где еще? Нету пчелки. Закончилась пчелка. Все, будем ждать тогда, пока мой друг зайдет в игру. Здравствуйте, наши зрители, уважаемые друзья. Мы продолжаем Grounded после атаки муравьев. Мой друг уже присоединился, вот как видите. Привет всем, привет. Контрос Гейминг. Мне уже от жажды умирает. Сегодня пойдем на север, разбомбим вот этот проход и дальше пойдем угли собирать вон туда. И, ребята, возможно к нам, вот возможно, да, присоединится третий игрок, но это под вопросом. Лерочка, плейс. Да. Может, когда через час она присоединится. Я думаю, что серию закончим. Угу. Ну, возможно. Там что-то строил наверху, нереалистичный мост. Да, это чтобы этот, конечно, некрасиво, но чтобы быстрее. Это функционально, да? Да, функционально. Конечно, некрасиво. Какой-нибудь. Но ночью, помнишь, мы когда после первого похода на песочницу мы туда шли? Там, короче, этот. Я сколько раз умирал, ты меня на последней секунде поднял там через клопов, через этих, кто там вот эти, кислотой стреляет. Бомбардир, что ли? Бомбардирщиков проходили. Вот так нормально слышно, вот так этот, вот так нормально слышно, не попадает шум воздуха, потока. Вроде ничего не слышно лишнего. У меня как? Я вот заметил? Нет, Сеньки, нормально. Вот я заметил, да? На моем стриме. Да, на моем канале стриме. Что ты свой французский включаешь? Короче, нормально слышно. А вот на моем стриме, вот на твоем нормально, а на моем потока воздуха, да? И на моем стриме твой голос громче слышен. И наоборот, мой громко на твоем, твой тихо. Ну, давай спать. Если бы мои знакомые инженеры-конструкторы вот этот мост увидели, просто у них они бы плакали. Ну, извините. Все начинается с ошибок, все с меньшего, правильно?
Ну, игра на это рассчитана специально, как в Майнкрафте строишь, без физики. Ну да. Так, спать пойдем? Да. Так, сейчас веревки. Ой, шалочка. Надо будет по пути обратно этот, если ячейки в инвентаре останутся, паутина прихватить. Угу. Давай, этот, нажимай спать. Доброе утро, мистер Dangerous Gaming. Good morning, Modus Channel. Bon matin. Comment ça va, monsieur Dangerous? Merci, merci. Мадам Фете, я вас люблю, но вы похожи на свинью. Так этот наш общий одноклассник говорил на французском языке, когда мы в школе учились. Не буду называть имя. Да, у вас в Финляндии... Нет, 4 паутины есть, 4 паутинных волокон дать тебе? Ну это мало, ты просто сундук какой-нибудь закинь. Так, 7 штук, оказывается, 7 штук. О, а кто тут воду выпивает? Это ты выпил? Да. Надо будет заполнить обратно ее. Я еще ее зачеркнул, да? Так, и вот опустошил свою флягу, пою, соку налью. Тут у меня дофига тухлых этих мяс. Тухлых мяс? Вообще тут дофига их. Тухлое мясо. Ухватина. Так, дом нашей подружки здесь. Здесь лестница. Роки будет, наверное, когда зайдет. Да, будет перестраивать обратно. Пусть хозяйством занимается, молодец. Время зря не теряет. Так, где у нас роса есть? Роса. Роса. Надо покушать, ну да. А сад у нас что там? Выросли грибы или ты собрал уже их? Не, я их вообще не трогаю. Здесь пусто, надо бы закинуть туда что-нибудь. Ты, кстати, тухлую еду можешь как удобрение использовать. У меня тут дофига их. В саду. Но если на грибы используют, там, оказывается, не вот эти съедобные грибы, а строительные грибы начинают вырастать. Вот так вот, да? Ну, неплохой домик, да, вот тут мы построили. То есть достраиваем, да? И соответствует ландшафт вот это нашей подруги. А, этот. То есть я имею в виду, место вписывается. Незаметно, очень. Имеется в виду так, ну, нормально, да? Я бы вот здесь бы еще, видишь, вот эти кирпичи сделал. Но жалко, вот это растение я не могу срубить. Очень мешает. Оно не срубается. А если ты бомбочки кинешь, наверное, тоже, да, ничего не будет. Тупо это текстура. Это же текстура же. Текстура. Это так, надо бы покушать где-то долгоносик. Ой, долгоносик. Мой животик хочет тебе. Да, вот он. Фиг достанешь эту росу. Это что, тебе не хватает, что ли? Я просто собираю воду. Для катки? Бочку? Все, заполнил. Катка заполнена. Ой, мошка.
отойди. Пойду веленую мошку поставлю. Мы же собирались на поход уже. Да, ты готов? Я готов. Ты готов? Я всегда готов. Всегда готов. Угу. Так, я сейчас покушаю. Иди сюда, жареный долгоносик хочешь? У меня машина сейчас есть. А клещевой рулет точнее. Молодец, какой молодец. Мне бы рассып пособирать. А тут... Потом пособираешь. Ловить... Если хочешь собирать, я могу вот эту дорожку... Че, пошли? Построить, давай. Погнали, пошли. Ты готов? Я готов. Так, куда? Вот и... Отметь. Отметку поставил. Маячок. И бежим туда. Там это... Проход наверх. А, ноду, у меня такой вопрос, а вот который ты мне топорик второго уровня сделал, я могу зубки ломать их? Нет, для зубок нужен молот, это же топор. То есть молот, который, ты же мне молот дал. Нет, я тебе топор давал. А... Покажи. Сейчас. Я куда-то, а, вот. Вот это и есть топор. Видишь, как он, да, вот, вот. А туда от молот нужен, молоту, да? Такой нужен. Не, вот, вот этот второго уровня, да? Это первого уровня молоток. А ой, точнее, надо... это топор. Топор, оказывается. Все, я молот не брал. Молот есть у меня, но он, оказывается, первого уровня. Чтоб молот второго уровня сделать, нужен бомбардир. Бомбардиран! Ну, кто-то гонится. И тут у меня паук? Ему помогает высокий пинг. Павук? А, это мелкий паук. Ой, бомбардир, кстати, как раз. Рубка. Свежей рубкой нужна его. Топор используй против него. Паучок, отстань. Мне вообще зависает. Я, походу, случайно тебя ударил. Ты что под удар подставляешься? Я говорю же, высокий пинг зависает. Так, на этого что нужно? На это без понятия, что мне нужно. Иди сюда, мы чем зависим. На. Паучка нет. Теперь вот, не зависит. Вот как раз и бомбардиры собрали. По пути, да? Три куска бомбардира. Нужно еще. Ой, это ткачи. Они нам не нужны. Топором фигач. А бежим. Не получается, у меня зависает. А, ты еще на паутине. О, вообще вылетел. Да, вылетел жестко. А все, он ушел. Так, там их двое было. Не, ноду так невозможно играть. Жестко зависает пинг, когда они начинают нападать. Просто невозможно, да? Вот. А вот сейчас, видишь, не нас зависает. Бежим тогда, как раз соберем это. Блин, надо АК с топором их собирать. Не собирается. Так, видишь, что-то пикает. Нет, сканер. Не слышу. А. Вот здесь у меня играет. Что-то есть. Вот этот, который нижний слева. Да. РС. Видишь, написано? РС. Тут либо наука, либо где-то зубки. Я вообще, когда начинал играть, думал, это какая-то фотка. Так, где-то под землей. Наука либо зубок, да? Да. Видимо, под землей. Нужно, походу, заходить к этим чувачкам нашим. Паучкам. А вон там паучок.
проходит. А вот он здесь, оказывается. Нашел? Не-не, сканер. Здесь ближе становится. Либо за этими дощечками, либо... А наверху походу. Надо куда-то сюда залезть. А вот иди сюда за камень. Оттуда долетим мы? А вон, видишь, на это, на бревне стоит наука. Да. Прям что, если промахнемся, прям на пауков упадем. Паутину, да? Он вообще не стал. Вообще тупизм. А чё ты это, одуванчик не использовал? Да я нажал на shift, он же тупит. Так, интересно, от какой стороны залезть можно? А там мутация на высокие прыжки есть? Ай-яй-яй. Так, отсюда как достать можно? Вот же я отсюда же. Я только упал, да? Давай, прыгай. Так. Блин, упал. Вот то же самое, я упал. Ай, блин. Второй раз падаю. Походу, до этого гвоздя не долетаем. Опа, долетел. А только отсюда не заберешься, фиг тебе. А я плавал. Здесь, я тут. А сверху? А как ты тут залез? Через эти... траву. Все, понял. Блин, перелетел. С этой стороны что там есть? Нет, тут есть, тут нужен только батут. Без батута мы туда не заберемся. Хотя вот здесь может получиться. Не долетел. Вот я сюда вышел. Нет, видишь, там все равно высоко, чтобы туда залезть. На следующее бревнышко. Тут только, да, батут. Блин, упал. Надо мутацию на снижение урона от падения поставить. Это... опять упал. Ну, может, вот так посмотреть. Какой неудобный сорняк. Че, кто быстрее, ты построишь или я по этому сорняку доберусь до туда? А я буду долго, скорее всего, строить. Ай-яй-яй-яй. Надо тут наловчиться. Let's see what's around here. Нажимай ты shift.
О-о-о-о-о-о. Получилось. Все, можешь не строить. Все, взял? Сейчас пойдем. Ну, красавчик. Так, где наша отметка? Вон там. Сколько? Всего лишь 100, да? Да. По чуть-чуть накопим. Так, еще здесь что-то еще есть. Пикает. Опять пикает, но... Так, не здесь. А он ближе к этому, к паучку, видимо. Да. Вот там... А, зубка золотая там наверху. Надбанка? Ну, на банке. Паукс тут. Надо поэтому... Хот-доку залезть, что ли? О, как раз, да? Эй, отойди. Блин, не взлетает. Он залез. У меня виснет, да, блин. Так, я зашел. Собираем зубку. Ну, когда я бью эту зубку, не зависает. Жестко виснет. Я собрал. Так играть просто невозможно. А тут можно было просто, да, отсюда зайти. Да. Чем мы мучились? Да. Легкие пути не ищем. Да, это для нас. Ну, пока сейчас дойдем, 2 часа пройдет точно. Зато по пути все соберем. Че, это гусеница здесь где-то? Да. Это у нас какой-то гном. Какой-то... А вот мы добрались уже. Так, еще что-то есть. Пикает. Пока. О, здесь что-то на ухо миксер, что ли? Где там? Вообще потерял. Уходи. По корням сюда залезай. Так, вон там. Я место вообще нашел. А вот. Рука. Тут. А вот это я другое сделал. Вот теперь, ну, а, мокрица здесь. Да ладно, это какая-то... А, нет, мы ее, кажется, не отмечали. Разбивание свежей соли на острове. Или это мокрица 3-й уровень, что-то такое. Тут, походу, что-то есть. Что, тебе пикать, что ли? Нет, просто... Вот уголь. Кто-то спит? Слышишь? Да. А, паук волк вон там. Убитый один. Так, где у нас уголь есть? Горелая трава. Чё? А уголь будет падать, нет? Давай здесь навес построим. У тебя ресурсы-то есть? Скорее всего нет. Не, ноду, знаешь, что-то чересчур зависает. Перезайди тогда. Смысла нет, то же самое будет. Чего, у тебя там интернет гонит, что ли?
Ой-о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 й-
Так, это личинка кусачий горов. Воров, коров, ничего себе. Колесо удара. Я с ним не справлюсь. А я могу. Если у меня брони хватит. Ничего себе, пробивает. Че он застыл? Он стоит на месте. Он, походу, забаговался, стоит на месте. Стреляй это, из лука. Добивай. Че, я лягу. Опа, убил. Да, хпшечки нужно много. Че я с него собрал? Тут я чувствую, пещера из, походу, да? На железо. Это, кажется, то же самое гусеница, только уровня повыше. Пикает, слышь? Вот тут. Да, где-то здесь есть. Когда я вот сюда иду, здесь пикает. Вот-вот в эту сторону. Нет, это не здесь. А вот здесь, оказывается. Либо на крыше в этой штуке, либо... зубка, оказывается, на зубкой показывала. Нашел? Да, зубку нашел. Там еще наука рядышком. И зависает, что я прыгнул на зубок. Так, что еще есть здесь? Там сейчас жарко будет, да? Да, тут походу. Ты умер. Не проходи, иди туда. А если на камни наступить? Мне кажется, еще, наверное, еще хуже будет. Ай, реально. Так, нет, нам нужна эта одежда из львов. Ай, блин, упал. Нам нужна одежда из львов. Ты не сможешь поднять. Ты не сможешь. Почему? Ты сам прожаркой будешь. Нет, я же здесь стою. Ай, блин, паук проснулся. Беги, беги, беги. А нет, это я гусеница. Так, нам сюда нужна одежда, чтобы уголь этот собрать. Иди сюда, ноду, если вот так пойти. Так, за мной. И прыгай, прыгай, он не достанет. За мной по краю. Ходит. Где, 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 куда прыгать? По краю, кастрюлю, вот сюда иди. Иди сюда. Ноду, ты он далеко ушел. Вот. Вот сюда прыгни, она не достанет нас. Да, вот сюда. И наверх пойдем. Идешь? Все, бой закончился. Еще бинт. А что этот уголь нужно обязательно здесь собирать в горелах? А есть потухшие угольки? Кто-то здесь спит, что ли? Да. Как Дарт Вейдер дышит. Пикает у меня. Пикает, пикает. Да. Прожарка. Интересно, дадут близко подойти к этому углю? Вообще не дают. Это что у нас за... Обычно для. О, иди сюда, тут оказывается. Что там? Что-то повышается. Вот этот. Уровень этот.
Либо под ним, либо над этим пакетиком с удобрениями. Не, тут минус уходит. Походу, да. А, вон я вижу. Блин, прожарочка. Прожарочка. Вот, вон там. Вон туда посмотри. Я тебя не вижу. Я-то ебья не вижу. Оказывается, надо туда подняться. Блин, за мной теперь кто-то гонится. Элли Хуп is bringing the light. Опа, я на этом штуке. А, вон я вижу науку, вон там и здесь еще вижу. А чё? Наверх поднялся. Ну. А, интересно, я долечу сюда? До сюда. Попробуй. А, добрался. Так, взял. Can I get extra credit for this? Он что, наверху, да? Да, на лампе, оказывается. Так, еще и одна вон там на гриле. Вот, я об этом и говорю. Можно, оказывается, по трубке его нижней забраться. Тут снизу кто-то есть, по-моему. Кто-то ползает, это гусеница. О, тут, оказывается, труба есть. А мы навес так и не построили. Так, ну нам нужно его замочить этих муравьиных львов, чтобы костюм сделать. Как ты вышел? Чтобы подобраться до этих угольков. Вот как ты вышел? Просто залез. У основания. Так, тут еще что-то есть. Еще что-то есть. Видишь? Наш сканер еще на двух ячейках стоит. Если отходить, то уменьшается. Если подходить, то увеличивается. О, здесь прям три штуки. Внизу? Да, вот здесь. По-моему, это вот внутри этой штуки. Ай-яй-яй. Горячо. Ну. А я там внутри уголь же, ёпта. Возможно, там внутри где-то зубка есть. Так, пойдем в эту сторону к велосипеду. Посмотрим, что там есть. Ой-ой-ой-ой, я тут выбрался. Беги, там гусеница. Гусеница. Залезай на это колесо. Все фиг там достанет, да? Или достанет все-таки? Нет, нет. Так, бой закончился, все. Ушел. Тут внизу прожарка. Ублюдок ушел. А вон там что у нас? Нам это надо навес сделать. Что тут вся травка сухая. Вон там контейнер, по-моему. Видишь, вон там что-то есть еще. А вот это что такое? Ну, вот это что за... Катка с цветком, походу. Горшок, горшок. А вон там это капельки воды, что ли? Что это такое? Под навесом. Вот тут прожарка, да? Где? Ой, ты за мной не подходи. А, тут этот ходит, гусеница. А там внизу дырочка какая-то, пещерка. Да, там еще кто-то на... есть, кто-то, черный жук-бык. Сбивание соленое. О, за мной кто-то гонится. Беги, беги. Это гусеница. Там это жук внизу. Жук-бык. Походу агрессивный тоже.
О, наука. Все ушло. Наука, наука. Как ее добраться? До нее добраться. Вот добрался. Так вот. О. Так, здесь большой велосипед. А с той стороны это что там, тарелка, да? Так, нужно перепрыгнуть на ту сторону. Сейчас... Так, опять звуки этих гусениц. О, зеленая трава. Надо это здесь скоро навес где-нибудь сделать. Кассета. Кассетку. О. Блин, что за пещера? Коса. Hydration is the key to performance. О, еще можно попить, да? Ну. Собрал три весны, еще четвертый надо. Tastes good. Так, все, фляга полная. Еще здесь сканер работает. Так, не здесь. Вот здесь. Не туда. Походу на велосипеде наверху. Надо навес построить. Давай его здесь построим. На сидушке велосипеда, наверное, что-то есть. Либо зубка, либо наука. Так, а росток, по-моему, нужен, да? Два ростка, лист клевера. Вот. Росток. Один нашел. Надо еще. Вот. Росток. Надо это клевер найти. У нас же где водичка, да? Да не, вот в таких местах тоже растет. Так, грибы это у нас какие? Что за грибы? А, это обычные грибы. Это что за муравей? Термит, оказывается, есть. Термит? Термит солдат еще пишет, видишь? О, на меня бежит. Я агрессивный, что ли? Ну, прикинь. На него колющие удары. Это получается копье и арбалет. Фигак. А слабое место у ничего. Нету. Так, тут точный кварц. Сюда пока не подходи. А то... что я нашел? Он вот я же сказал, где водичка. Ко мне не подходи сейчас. Я убиваю. Хорошо. Этого тикмета. Все, убил. Можешь подходить. Клевер нашел. Клевер нашел? Вот. Да. Это кожура банана, что ли, или что-то такое? Это что за бревно такое лежит здесь? Так, у меня факел скоро заканчивается. О, здесь еще грибы есть. Тут тоже грибы. Другие огромные. Какие-то. Блин, опять. Кто это? Опять термит солдат. А, еще и рабочие рядышком. Вот иди сюда, тут можно подняться. Ничего себе, за мной пришел. Он сюда не допрыгнет. А вот смотрит. Ноду. Че-че. Иди сюда. Я его сейчас отсюда убью. Он меня отсюда не достает, а смотрит. Ух, тут. Встает. Обломок можно тут нарубить, оказывается.
обломок чего? Лежачка. О, тут я так высоко забрался. Здесь рядом лаборатория на карте отмечена. Так, лаборатория? Или это этот суперчип? С тобой возьми эти ростки, я тут тоже навес сделаю. Так, ростки нужны. Да, много возьми. Блин, опять. У меня а поднимись сюда. Война с ними. Я один росток нашел, еще нужно. А этот рабочий, походу. И что это было? Он тут землю так фигачит. Там долго идешь. Да я тут сражаюсь с термитом. Убил. Так, ты где там? О, тут наука. А, все. Так. О, пещеры нашел. Мне же росток нужен. Блин, да, опять пещеры. Да оставь ты их, что ты целую вечность будешь. Тут факел заканчивается. Да, вы не дашь, заканчивается факел. А как туда забраться-то? Так, иди сюда, сюда, иди сюда. Как туда? Не знаю, можешь, можешь. Вот сюда, вот отсюда поднимайся. Тут пещера глубокая. Да. Вот тебе угол, поднимайся. Походу они тебе этот запахом, да, чуть. Любят тебя, я заметил. О, москит тут. Че, я еще и на москиты напоролся. А он тут не был. А как ты залез того на угол? Вот сюда, иди сюда. А вот. Ну, москит, если он такого же уровня, как и те, то иди я сюда, его завалю быстренько. Вот он, вот он. Топором меч, мочи его. Залетай сюда, комарок. Бурдюк будем с тобой бороться. Нате. Хитрый какой. А, отлетает еще. Убили. А вот тут навес построен. Тут еще кто-то. Термит. Навес захотел. На этого это копье. Термит. Это чё, стрелять? Чё, стрелять? Да, давай вот тут навес построим. Мне это кажется, это термитник. Давай вот здесь. Вот тут. Так. Точно кварцит. Ой-ой-ой-ой-ой. Это термитник? Вот ты чё? Здесь не надо строить. Тогда бежим вышли, иди сюда. Ну там вход в лабораторию. Блин, я упал. Ты вот эти можешь ломать обломки вот эти? Они нужны нам вообще?
Обломок нет, у меня нет топора третьего уровня. Давай вот здесь построим. А так, конечно, нужны. Мы же из них крафтить будем. Видишь, это вообще дерево получается, обломок. Так, создать место. Что, спать пойдем? Или хоть... О, наш голод да, будет разве... потом жопа. Или хавка есть у тебя? У меня есть, тебе хавку дать? Так, что, спать, потом кушать хавку дашь? Да? Давай. Надо этот выключить сейчас. Не, я чувствую, через термит мы пойдем в лабораторию. Если там еще дверь открыта будет. Надо да, кушать хавку. Дать? Да, аккуратно, чтобы они не упали. Так, все, хватит. Че у тебя станет от... Там два москита. Давай сюда. Это они, получается, дрова так разложили. А три там наверху чего? Да, москиты. А, они слабенькие же. Я мог за раз двоих осилить. Так, сок нам нужен, нет? По-моему, для этого нужен, для факела. Вон, один тебе идет. Где? Где? Здесь этот, ты говорил, топорик, да? Против него, да, топор хорош, рубящий. Рубка свежая, вот, рубящая. А, меч тоже пойдет, так ас. Или он кинжал твой. Главное друг другу не попасть. Иди сюда. Отлетает, сволочь. Ну. О, убил. Красавчик. Пошли тут внизу посмотрим, что-то тут тоже есть. А потом наверх пойдем. Там что наверх? Внизу. О, там еще дальше можно пройти. Давай лучше вверх смотреть. Я тебя не вижу. Да. Как сюда залезть-то? Вон там хрупки что-то есть. Отсюда? Иди сюда. Хрупкий кварцит. Ты что, вниз ушел? Нет, иди сюда, наверх. Пейко, пейко, пейко. Ай. Бах. Не залезает отсюда. Через обломок, да. Прыгну на него. А, вот наука. Убирай. Science. И кто-то нападает на меня, паук. Паучок это маленький. Завали его. Да, паучок. Я же. А я хочу его тратить. А тут сверху, видишь, о, маски. О, здесь получаешь царство какое-то. О, огромный кусок науки. Зуб. И зуб. Смотри, здесь это кто-то летает там сверху. Да, москит. Давай, ломай. Виснет. А этот паутин не будешь? Сверик. Блин, инвентарь у меня заполнился. Давай я тебе паутину скину, что ли? Давай. Вот, возьми. Паук, скорее всего, да? Да, где-то паучок здесь. Я вот эти буду камешки собирать. Походу материт. Хрусталики. Это что за муравей? Где? Сверху? Не, вот здесь, видишь, в стенке. Где? Вот, в стенке. А-а-а. У нас здесь этот москит летает и еще кто-то топает. А вот еще. Прочный кварцит. Мне, по-моему, инвентарь сейчас не хватит на него. Да, инвентарь заполнился. Может тебе это отдать? Кислотное железо? Давай. И мошку.
шерстки мушки. Вот взял. Давай сюда, сюда. Вот сюда выкинул. Забирай. Сюда перейди. Это хорошо видно. Вот мушка. Так, еще видишь камушки? Прочные там что-то там. Не-а. Это у нас логово паука, а самого паучка нету. Mm. Так, заберу пожалуйста. А, это пчела еще там. Пчелка, да? Нет, смотри, это большой паук. Вот тут вот здесь. О, видишь, ноги ешь через текстуру. Он так шагает, а вот эта лошадка тупает, там скачет. Да лучше бы друг с другом они дрались бы, чем с нами. Там что-нибудь есть? Я. Вот эти гвозди бы переработать, а железо, да, из их мечей делать. Ну, мушкет. Шпаги. Так, здесь паук будет сейчас, да? Да, это паук. Паук-волк. Кто он странно ходит? Блин, упал куда? Непонятно. Блин, еще ниже падает. У, тут огромный паук. Ну да. А, за мной бежит. Так, ты где? Я тебя не вижу. Это огромный паук. А, ё-моё. Это ж паук-волк. Так, через паука пойдем или через... Москита. Вот он на меня прет. Отвали. Кто-то наверх ушел? Да, я наверх. Вот здесь острые кусочки. О, ржавчина, оказывается, может собирать. Только молотком третьего уровня. Через 10 пиздец. Через текстуру его ж ножки выпирают, вы отбавите ножками херачишь. Только иди сюда, ты где? А, ты чё его сюда придет? Из лука стрелял. Собирай стрелы. Какой рано разговаривает. Никаких голов. Так, это что за звуки? Это звуки паучка. Идем сюда, здесь острые эти. Конфетки соберем. Сейчас наука. Там в воде, там же еще москиты летают. Ты что? А вон там еще эти... Ментосы. Ууу, вход в поленнице. Это там термитник, по-моему. Давай ломать вот эти штуки. Да, сейчас сладкую каплю выпью. Термитник с пауком. Выглядит не очень хорошо. Выглядит опасно. Собирай. Иди сюда. Собирай, этот собирай. Ноду. Тут прочный мрамор. А, я, кажется, там могу собрать их. Прочный мрамор? Да, тут. Так, у меня что здесь? Прочный. Давай, мрамор я буду собирать, а кварцет ты будешь собирать. Да, без разницы. Че, я эти соберу? Острые кусочки.
О, тут и ржавчину можно собирать. Да, только третьего уровня нужно. Моток. Там быстро пошел, много чего мы пропустили. А я-то арбалет сейчас не смогу так взять в руки. У меня все забито. Где? Пикортит. А, мрамор. Так, мрамор я собирать буду. Или ты будешь собирать? Какая разница? Разница в том, что у меня инвентарь забился. Давай я тебе отдам мрамор, если ты их все равно собираешь. На, держи. Кусок термита, живого термита. Иди сюда, Ментос. Так, для факела сухой. У тебя веревка есть, росток? Ростка нет у меня. О, зубок, зуб кому-то, видишь? Где зубок? Ctrl нажми, садись. А, вот теперь зашел. Ну чё, маски-то? Давайте, не сможете напасть. Всё, собрал? Да. Да вообще, для чего они, что-то я еще не видел. Стрелы из них можно свежие делать. Или если печь сделаем, можно оружие улучшить. Мятный эффект поставить на оружие, и будет шикарно. Это идеально бок, что ли? Я попал, нет? А, ты куда не смотрю? Школа. А, ты там орёшь, оказывается, когда будешь, когда бьёшь. И мне показалось, что вот орёт из-за того, что якобы попал. Убил. Так, у меня щит сломался, а нет, нормально. Так, этих комаров ты собираешь? Нас... Давай. Вера. Взял? Да. Так, зубочка. Давай вот тут посмотрим. Что там? Бейсбольный мячик. Кстати, у него же этого бейсбольного мяча покрытие очень прочное. Могли бы его тоже разрезать, если что-нибудь из него сделать. А там что, я не думаю, что там что-нибудь есть наверху. Сканер не пищит на него. Там же пищал, помнишь? Давай назад. Там что-то мы пропустили. Это же в этом, в норкиш. Думаешь, внутри, да? Сверху больше ничего не осталось. А, за мной комарик гонится. Походу еще хочет свои ресурсы нам отдать. Блин, как всегда на меня. Да. Не и... Устала. Еще один удар. Собирай. Так, пить хочет. Тут есть где-то сладкая капля. А я уж попью, у меня же бурдюк. Фляга с водой. Там еще один комар. Бежим, пока не прилетел сюда. И паук ходит там, забаговался, что ли.
Мы в том районе не были, да? Надо туда еще. Там паук забаковался, может попробовать его завалить? Через стрелы. Стреляй в него. Я вообще не вижу, где. Он у меня это, ноги торчат, три ноги. Я по нему стреляю. Отойди, отойди. О, блядь. Ну ты что, забаговался? Он же за мной гнался. Это волк, да, по-моему? Да, это волк. Чё, ты его не видишь, что ли? Нет. Поближе подойди к нему. Вон там комар, видишь, дальше него комара. Ноги торчат его, что ли? Слишком близко не подходи, он разбугуется. Стреляй это, из лука. Так, 4 стрелы осталось. Не, вообще стрел нет. Икс нажми и посмотри у него, какие уязвимости. Острота или свежесть. Блин, ты близко слишком подошел. Так, рубка, газовый, стреляй, газовый. Рубка, разрушающие удары. Колющие удары, сопротивляемость. Да ты свежесть посмотри. А, острая. А, его это. Сейчас сам сдохнет. Отравляющим газом стрелил. Умер, да? Да, он умер. Пойдем соберем с него ресурсы. Да, оставь. Да. Стрелы что не берешь? Собираем. Он еще внизу. Еще пишу, 3 японца. Давай внутри его. Не бежит. Да, да, потерял. Он неудобно вместе стал, видишь? Мне вообще неудобно. Все, убил. Собирай. Где? Так, стрелы соберу свои. Так, тут паучок маленький, видимо. Пошли, мы в этой части не были. Так, что там пикает? На чё он пикает? Кто тут летает? Ржавчина. Да, здесь. Давай за поголовку, пчёлка. Или он спит? Не, он забаговался, он летит, видишь. Так, то же самое, топор или меч. Чё, бить будем его? Давай отсюда пройдем. Иди. Там чё? Ты куда хочешь? Сейчас, этот... Пчёлки, что ли? Блин, туда пошел. Да, тут еще внизу можно пройти. Вот он. Вот этот есть. Проход. А там тупик. Я там уже посмотрел. Да, тупик, тупик. Я возле пчелки. Где это? Так. Так, нужно уже кушать. Есть? Покушать? Да. Идет так, чтобы она не укатилась. Блин, укатывается. Хватит? Ну, чтобы стамина восстановилась, хватит. А то все уже обшарили.
там пусто. 30%, по-моему, 35%. Поэтому что, будем мочить эту пчелу? А зачем? Пусть он стоит. Время на базе их много, да? Ну. Так, вниз пошли. Пойдем в яму, а то пчелин, ой, паучью, то пропустили же. Пойдем, посмотрим потом. Там наверху что ли? Да, помнишь, что там забыли? Там же опасно, там опасно. Это термитник, по-моему, вместе с пауком. Ну, для интереса, а потом назад побежим. Провалился. Тогда навес снаружи поставь. А мне не хватит. Ресурсов нету. У меня только 3 клевера, если бы у тебя были бы 2 ростка. Нет, было бы другое дело. Нет у меня никаких ростков. Походу мы должны отсюда выйти. Помнишь, там вход? А может здесь вход, там выход? Ну, там же еще. О, мрамор, где? Сейчас. Сейчас. Ну, молодцы, разработчики. Интересно, да, сделали? В каких пещерах мы были? Каждым разом сложнее. У тебя термитник, да? Термитник. Да, это термитник. О-о-о. Валим, это муравей какой-то. Это не муравей, это термитник. Термитник рабочий. А, по-моему. Реально, он огромный, оказывается. Они этот солдат от стены. Еще там рядом кто-то, какой-то паучок ходит. Я же говорю, мы сюда еще не готовы. А че он не выходит? А, вышел. Мы сюда еще не готовы. Надо этих львов муравьев мочить. Ай-яй-яй. Надо мончик взять. У меня есть один. Я убью, у меня есть, я просто снарядить надо его. Так, а здесь тоже вход в термитник, да? Там не были, мы там пропустили. Там же вход термитник был. Здесь. Нет, ноду, помнишь, дальше мы пропустили, иди сюда. И что ты там пропустил, посмотри. Так, пикай здесь что-то. О, грибов сколько здесь. О, росток здесь. Зависает, блин. Непонятно, месте упал. Так, вот вход, по-моему. Лимитник. Который ты говорил. Так, все ресурсы оставлены. Вот он, вылезает. Термит сюда. Ко мне идет. Пытается меня замочиться. Сейчас я подойду. Все, бой закончился. Там еще термитник. Термит. Тут что у нас? Опять термит. Ах! Ты своей херней стреляет. О, вот вход в лабораторию. Заперто. Это, видимо, выход отсюда. Да я ж тебе вынесу, ты чё? Ничего не видно. Надо навес поставить и поспать.
Чё, меня слышно? Сейчас, да. Где? Внизу. Hydration is the key to performance. Так, два ростка собрал. Четыре ростка. Шесть ростков. Что, для навеса, что ли? Ну. Так, мне еще водички надо попить. Тут я вход нашел лабораторию. Да, она закрыта. Я вход за... Да? Ты смотрел, да, уже, да? Да, там снизу сканер стоит, он, по-моему, выключен. Попробуй его с ним да, взаимодействовать. Да, я вижу. Что, не работает, да? Заперто. Это, видимо, черный выход. Типа. Черный оттуда, вход. Оттуда, да? Да. Это где-то сверху с термитника нужно залезать туда. Активировать, а потом выходя отсюда, выходить из этой двери. Угу. Так, надо это место запомнить. Нет, это здесь. Это внизу. А, вон наука. Я вижу. Бесхозная садовая перчатка, чё? Что такое? Что-нибудь дает? Да, это просто место отметка. Спать будем? О, зубку я вижу внизу. И клевер внизу. Ломай. Там, походу, внизу жук. Носорог ходит. А он что, нейтральный? Да нет, вроде. Вроде как агрессивный. Сейчас посмотрю. Термит солдат агрессивный, рабочий колющий удары. Печенька кусачей горошки. Да, он агрессивный. Черный жук бык. Слабое место живот. Разбиваем. Молотком его фигачить надо, кажется. Помощник менеджера от разбивания соленой кислоты. Так, где у меня... Иванчик, пойду-ка я к зубке. Еще и этот. Нафиг ты мне нужен. Прожарка. Это яму попал. Ну. Так, надо лечиться. Тут вообще две гусеницы. Ну, тоже от них бы взял. Ну. Вот там личинка, что ли, что это лежит? Личинка жука? Прикинь. Куски соли. Тут куски соли. О, собирай их обязательно. Они очень редкие. Я смогу, да? Так это что тут, вода, что ли? Куски соли, они просто лежат, по-моему, или их нужно разбивать? Разбивать надо, оказывается. Так, где эту фигню видел? А, вот он. Куколка. А, это куколка этого жука, кажется. Нужен третий уровень топор. Блин, инвентарь полный.
Нет, у меня не получится. Вот ты, Роски и Клевер. Что, ты здесь? Да, я рядом. Вниз упал. Не, я специально прыгнул за тобой. Так, надо вот сюда построить повыше, а то здесь, мне кажется, здесь жуки водятся. Иди сюда, я навес построил. А вот поставил навес, иди сюда. Я тоже построил. Ты прям у вазы поставил, что ли? Угу, ну соль. Ну соли поставил. Ну ты пиздец поставил тоже, конечно. У меня же еще здесь ресурс, так что... Так, соль. Кучка соли, а вот собирай. Столик соли. Так, собрали. И смотри, куколка, видишь? Уже надо развить. Давай навес чуть повыше перенесем. Давай. Так, здесь не получится залезть. Вон там есть, где я, откуда я пришел. Вон там науку вижу. Че, давай спать? Угу. А то мне фонарь сейчас так закончится. Что-то пикает. Че, иди сюда. Спотки, спотки, спотки. Feeling a little low energy. That tastes really good. Пожрать надо. I've had worse, I guess. Так, и водички. Так, а что тут у нас интересного? Стужится. Так, вон там труба, ты её про неё говорил? Это чистая вода, да, оказывается? Разве? Да. Мерзкая вода вниз написана, вот там чё? А, мерзкая, оказывается. Мерзкая вода, это чё? Ну, по идее, должна быть чистая, да? Ну, мы только что нырнули, так что она стала мерзкая. А вон там ещё эти, есть, кажется, морцит. Баночка чуть так. А. Острый кусочек. Блин. Вон туда как наверх залезть. Наверное, где-то выход есть. Паутина. Паук, ткач. И куколка. А вот сюда, отсюда можно забраться, кажется. Это хрупкий кварцит, или они мрамор, забирай. А что, трубу тут не получится, что ли, там, видишь? У вот тебя молот дыра. Есть? Ломай. Он там на 40 ходит, видишь? Жук. Жёсткий пинг. Мне интересно, а если этого жука, быка стравить с кем-нибудь? Let's see what's around here. Oh! Беги, 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 беги! Что, стравил, что ли? Он на меня
агриться. Тут нифига нет. Чем пойдет за мной, нет? Не пошел. Че, на тебя? А, нет, на меня. Ай-яй-яй-яй-яй, он спускается, прикинь, за мной. Здоровый. Достойный противник, да? Да. Так, чё, разбивание солёное? Рубка коль, ещё удар. Ещё удар, сопротивление. Сау ему стажбой. Ему нужно молотком по животу его херачить. Да как вообще? Видишь, к тебе задница. Ух, огромная кукла. Ну ты даешь. Надо его с теми пауками это заклинчить. Чем-то бьется. Камушки из-под земли своим носом швыряет. Какой агрессивный жук. Да мы же это, задание закончим. Нормальный рост свой вернем, его затопчем же. Че, нагрызается, да? Лучше помог бы. Вот, я его, этот соперник идет. А, у этого же он быстро захерачит. Тут. Там два паука ткача, может, на них надо отстроить его. Воду нам надо, вон туда, внутрь трубы попасть. Иди сюда. Иди сюда, жучок. Сейчас блин, он там застрял, походу. Ничего себе, у него там хп до хера. А если вот так сделать? О, я его живот вижу. Вот. Давай, отвлекай, я его по животу херачу. Да? Соленая. О, сюда разорвался. Это баг через 10. Он должен был пройти. О, вот это точно баг. Я упаду, поднимешь потом? А если он отойдет, он же там рядом. Давай её на себя отвлекай. А когда на тебя смотрит, живот... Вообще на меня смотрит. Ох. Че, ударил? Ай, блин, бой закончился, у меня хп полно стало. Иди сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Паука приведу. Беги, беги. Это пауку вот. Видишь? Да. Сейчас подвижу, подойду. Я вообще делал. Паук твой ушел. Ушел.
Да, в принципе, он оттуда нас не коцает. Я могу сейчас завалить его. Время такое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что ты через 10-15 секунд меня поднимешь? Что там стало? Здесь, наверное, залезь. Подними. А как я тебя оттуда подниму-то? В принципе, навес рядом. Ёпта, блядь, нафига ты можешь-то? Stay away, big guy. Ушёл, спрятался. Все, умирай, я тебя не успею сейчас. Хорошо. Я ж тебе сказал, наверх залезть, там уже ложись. О, задницу показал. Его не отвлекай. Лучше сверху залезь сюда. Сверху подходи. Если найдешь там, где залезть. Ого, не кружится. Куда мне выкинуло? Зачем ты его отвлекаешь, блин? Он сейчас уйдет. Еще чуть-чуть оставайся. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, добью. Еще. Наростки собери. Огромный, да? Инвентарь. О, какой-то огромный. Да, очень огромные. Ты собираешь вот эти острые кусочки? Да. Ты ростки собрал я, который выкинул? Да, собрал. Текс. Выход. Вот там острый кусок. Что тут у нас еще есть? А вон там мрамор. Идем. А нет, не отсюда не заберемся ты туда. Что-то здесь пикает, вообще непонятно. Че все это в трубе? Это он на тебя? Нет. На меня. А, нет, на меня. Я-то над тобой. Чё он застрял?
Его тоже. Это благодаря этому листочку. Это да, муравей. Быка убил. Ой, что это такое? Сокровище под землей, иди сюда. Что же? Спускайся. А я сверху понаблюдаю. А что там? Тут сокровище собрать надо. Мятная таблетка, на. Так, собирай. Вот еще сундук. Инвентарь. Ой, полностью сейчас. Что там интересного? Я забрал мятный осколок, часть вороньего перья. И там что-то еще. По три штуки. Такс. Идем наверх. Или на базу пойдем? Надо на трубу. Там труба была. Ой, опять этот носорог. Ой, он залезает потихоньку. Ладно, сейчас поезд закончится. Так, что это за колесо? От чего? А, это от этой штуки еще. Это что за кардио? Ой, жвачка там вижу. Блин! Упал. И еще раз упал. Залезть можно? Офигел. Она голодная. Тут внутри трубы зуб, иди сюда. И это есть. Зуб стоит на нем. Надо идти за мной, ты там не сможешь. Что, здесь был уже что ли? Внутри зуб. Там. А здесь можно наверх подняться. Где зуб? Внутри трубы. Сейчас пожрём. Ты поднялся. Так, ты где? А, вон там, внизу. А вот трубу вижу. Вот там. Продолжение в конце. С той стороны, что ли? Ну. Внутри трубы? Да. В конце. А все вижу. Так, все взял. Все, здесь тупик, оказывается. Так, надо вон туда перелететь. Кварцит. Или это что, мрамор? Что, собирать будешь? Ой, я далеко. Прочный мрамор, хрупкий мрамор. Да их у нас достаточно. Мрамора, мрамора. Не, их же это, в печи нужно сжечь. Прочный мрамор второго уровня, видишь? Их надо печи сжечь, а потом из них это улучшать оружие, там, снаряжение. Кусачая коровка. Ну. Чё,
Чё, новый вид божьей коровки нашел? Тут можно, оказывается, наверх залезть. Вон там наука еще есть. Добавили бы игру этот скалопендр. Ну. Что там, скутер нашел? Ну, иди сюда. Сейчас я пытаюсь науку достать. Так, такое. 500. Так, две куколки здесь. Это что за железка такая? Нет. Ой, это что за пулевой клещ? Ничего себе. Здесь ничего интересного падает. Замочил его. Одного замочил. Но они меня капец там хп сняли. Ничего не видно здесь. Нет, тоже. Колющие удары. Ну все, ублюдки, я сейчас вас всех. На базу там. Да, надо на базу. Через берег можно, оказывается, наверх стола поднять. Жарко, 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 нафиг. Куда нафиг прожарка здесь? Что такое? Уголь. Так ты где? Еще внизу там? Или аптечки закончились? Умер. Надо на базу, у меня аптечки закончились. Инвентарь заполнился. В сторону базы иди. Возле фонаря, видишь? Да, иду. That tastes really good. Вот тут сложно будет пройти, тут прожарка. Я тут зубку вижу, но там прожарка. Да, травяную доску построить. Я не помню, что там же атмосфера такая. Это нужно нам от львов завалить. И с них одежду сделать защитную. Жарки.
Так, я возле пруда или что это? Типа пруд. Что ты где? Идешь? За тобой? Так, мокрица. Разбивание свежесоленой острой. Так, у нас аптек нет. Я не сможем, не сможем, пошли. Ну, в ближнем бою не сможем, а может с арбалета? Ой, сверху, да? Не, у меня стрел не хватит, по-моему, на него. Валим, потом завалим. Чё у меня матч закончился, чуть не раскрывает. Я тоже. Блин. Здесь эти гусеницы ходят по нему. Так. Сейчас до вас добежим и серию заканчиваем, да? Да. Неужели ты предлагаешь что? О, миксер спереди, видишь? Да, мы... у меня хп мало, я аптечек нету, чтобы миксер защитить. А он поломанный, я его это... несколько серий назад запускал. Надо чинить его. Сперва. А вот тут газировка нужна? Где? Внутри банки. У тебя инвентарь еще есть свободное место? Да. Да? Да. Давай этот соберем по пути. Тильнохок. Гнилую еду можешь не подбирать, вот сам самое это подбирай мясо. Вот еще. Вот эти розовые кусочки еще собираешь. Вот еще. Блин. У тебя есть еще? Да. Фонарь. Собираю все-таки. Розовый, все. Где база? А вон там. Потом этот, я сразу в гнездо пойду, сделай потом этот, да, чтобы вещи все вернулись. Что там через... Ну, помнишь, там этот, рюкзаки вернуть. Да. Ты что, там умер и не вернул? А, да, там этот, я стол хотел забраться. Там большой стол за этим великом. Это здесь муравейник. Я сразу гнездо пойду, ты там сделаешь, да? Какое гнездо ты пойдешь? Где мы появились? Там же не гнездо, никакого там гнезда нету. Стартовая точка, говори, так будет понятнее. Ты говоришь гнездо, я думаю, что за гнездо? Улей муравейника, что ли, или что за... Я понял. Так. Прям сейчас сделай. Feeling refreshed. Все, вернул. Так, что-то не вижу. Рюкзак. Мой рюкзак, что ли, там? Я разве помирал? Ой, я не знаю. Так, редкие вещи сюда. Сюда. Бомбардиров
сюда. Гусениц сюда. Так, можно и сюда. Что там наша подруга что-нибудь пишет? Да не читал. Через текстуру бьют. Заканчивать. Давай заканчивать. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал Dentrels Gaming. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. А также на Nodus Channel. Подписывайтесь. Спасибо, ребята, что были с нами. Всем пока. Всем пока.